Всем привет! Смотрите, какой у меня сегодня новый образ для Reels. Ногти я, правда, не успела приклеить. Сейчас проведу для вас эфир и залеплю новый Reels. Пишите огонечки, как вам мой образ Абба. У меня сегодня ассоциация с Абба. Вы еще не видели, какой у меня прикольный костюмчик, блядь. И вот так. Короче, сейчас будет офигенный Reels. Но у нас с вами сегодня тема неоновые дизайны. Будьте так добры, напишите кто-нибудь тему неоновые дизайны. Маникюр, кстати, себе сделала с гель-лаками из коллекции новых кошек. Прям идеальный. Помните, я вам показывала этот дизайн? А где же я его показывала? А, я его в клубе показывала. Короче, показала дизайн с градиентом, влюбилась и решила сделать обязательно такой рилс с таким маникюром. Ногти я крепила на клей-момент, надо вам показать этот клей-момент, отрываются очень легко, не портят натуральные ногти. О, спасибо, неоновые дизайны, спасибо. Да, сегодня у нас неоновые дизайны. Сейчас я жду. Я просто гель-лаки неоновые забыла дома, и у меня сейчас помощник вызывал такси, чтобы нам их привезли. Вот, ну, а пока я могу с вами поболтать. Да, у меня сейчас новый челлендж, мне очень хочется делать прикольные рилс. Я просто нашла очень классного визажиста, молодая девочка, которая обожает вот такое вот все красить. Я говорю, давай, говорю, ты будешь красить, я буду ногти под это делать. Вот. Заморочилась, короче, вот так, да. А, сейчас, наверное, маникюр покажу вам, который у меня будет. Так, еще раз. Смотрите, какой классный вариант дизайна будет. Это новые кошечки. Я здесь использовала три цвета. У меня сейчас это новый, вообще, любимый градиент. Вот, давай, 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 я уже начала. Вот, прям фотографируйте экран. Смотрите, вот это самое классное сочетание. Я и в прошлый раз показывала этот градиент. Ну, там был только стемпинг. В этот раз захотелось сделать, чтобы вообще без дизайна максимум. Я потом еще капельки добавлю и все. Так, ну все, ко мне приехали мои гель-лаки для сегодняшнего прямого эфира. Ой, смотрите, как прикольно. Там мне тут подборочку прям сделали, видите? И мне прям хочется, перед тем, как мы будем делать дизайны, показать вам немножко оттенки. Какие есть оттенки? Так, ну, самый классный, наверное, зеленый. Я с ним недавно делала дизайн. У нас есть неоновый цвет, называется 284 Acid Lipstick. Очень кайфовый, сочный. Кстати, этот цвет сейчас в ближайшее время будет одним из самых трендовых. Мы будем просто есть этот цвет, будем ходить в этом цвете, будем обливаться этим цветом. Так, вот этот очень классный. У него внутри чуть-чуть подмешано неонового пигмента, но я его тоже сейчас хотела показать вам, потому что он яркий и для лета. Есть офигенный синий цвет, 336, но я даже не сказала, что он синий, он такой, знаете, вот сочно-голубой. Так, а цвета мы, наверное, с вами так и возьмем, да, 284, 336, и к нему можно добавить 308, да? О, вот такое будет классное сочетание. Берем вот эти три цвета, и мы сейчас с ними будем работать. Так, что еще из классного? Классно, еще есть 371. Ой, давайте мы, наверное, вот заменим. Вот этот более темный, он больше на осень, наверное, хотя он тоже яркий. Мы возьмем с вами 371. Так будет даже круче. Сейчас в конце останется время. Я, наверное, посижу, повыкрашиваю, покажу вам цвета. Вот это тоже очень топовый цвет, 052. Вот этот обожаю. Недавно тоже делала дизайн вот с этим цветом. 054. Очень красивый фиолетовый неоновый. 049. Адреналин такой красный. Алый неоновый это даже называется. Больше алый неоновый.
Так что классный желтый неоновый. Смотрите, это номер 51. Лазерный лимон. Тоже кайфовый. Ну, кайф. Так, что еще у нас тут? Так, ну ладно, давайте переходить к дизайнам. Мы к цветам чуть попозже вернемся. Я их повыкрашиваю. Сегодня мы с вами будем работать с этими тремя оттенками. Вернее, как мы сейчас первый вариант дизайна сделаем с такими цветами. Так, кто пропустил мой яркий макияж? У меня сегодня, смотрите, какой классный образ. Я сегодня снимаю новый рилс с новым маникюром. А мы с вами поехали делать дизайн. Так, отключаем. Для стемпинга я приготовила пастельные цвета. Я взяла 8, 10, 7, 11, 9 и 5. Я думаю, что вот это для стемпинга цвета нам прям отлично подойдут. Так, и пластину тоже. Какую я пластину приготовила где-то? Я ее помыла. Так, ну ладно. Куда-то принесла. Сейчас мы делаем быстренько градиент. Градиент в этом случае не обязательно делать супер аккуратный, потому что у нас будет с вами градиент со стемпингом. Поэтому можно сильно не запариваться. Саша! Уехала. Слушайте, где-то пластину помыла, положила и не вижу, куда ее дела. Говорю, помыла пластину, приготовила. Может, я ее оставила там на столе? Какой цвет? 284. А, точно, я, ну, здесь прям клади, бросила это я, видимо. Так. И 371. Вот эта пластина для неонов подойдет классно. Здесь сейчас вот хочу с Микки Маусами, с граффити. Еще классные неоновые дизайны делать при помощи неоновых пигментов. Уши. Так. Но мы сделаем, наверное, все-таки в два слоя. Так, тогда мы давайте сделаем с вами параллельно второй вариант. Так, а для второго варианта мы возьмем лазерный лимон, давайте возьмем
94-й. И к нему мы добавим вот так. Наверное, 49-й. И 301. Я сейчас просто в тишине делаю. Так, суши. Цвета сюда возьмем. Давайте возьмем 11-й сиреневый. Сиреневый. Так, сиреневый. Можно даже два цвета взять. Сиреневый, например. И желтенький. Сейчас посмотрим. Все. Так, я как всегда перекрою теклосом, чтобы стемпинг легче делать, чтобы мне дисперсия не мешала. Сушим. Кто-то любит делать градиенты по акрилу. Вот, ну, по акрилу, да, классно получаются, они такие прям идеальные градиенты, но для меня это долго делать, поэтому я делаю без акрила, хотя с акрилом, особенно для новичков или какие-то сложные цвета смешивать, да, это классно. Да, сиреневый хорошо сюда сейчас будет.
Так, и можно что-нибудь из шармикончиков сюда приклеить. Второй вариант, можно поработать с пигментами сухими. Так, сейчас что-нибудь приклеим. О. Давно я этими шармикончиками работала. Как удачно они мне попались. Сейчас просто вот так цветочек по центру приклеим. Смотрите, какие они прикольные. Видите, такой бензиновый отлив у них идет. Красивая аврора фольга. Они, кстати, по себестоимости очень дорогие вышли шармиконы. Мы больше этот эксперимент не повторяли. Мы один раз такие сделали, и все. Так. Так, можно еще слова добавить какие-нибудь. В общем, я люблю стемпинг как фон использовать. Потом обязательно все равно дорабатываю декорациями. Все, и сюда можно вот стразик приклеить. Так, второй вариант с пигментами сухими, да, сделаем. Сейчас мы возьмем пигменты сухие. Так, ждем, сейчас я пройду. А, я увидела. Угу. Да, да, нашла. Так, возьмем вот так. Желтенький, синенький и зелененький. Так, фон сделаем черным. Так. Фон сделаем черным. Сушим. Я, кстати, сейчас так... я то, что сейчас буду делать, я еще не пробовала. Сейчас посмотрим. Единственное, я не помню. Надо взять стемпинг, который жалко, или который не жалко, штампик. Ну, ладно. Все пальцы перепачкала. Ничего. Просто давно это делала. Так. Сделали. Также Теклас. Юль, принеси какую-нибудь сухую кисточку, пожалуйста. Так.
Так, теклас. Теклас, теклас. Так, мне нужна сухая кисточка, а у меня, блин, ее нету. Ну ладно. Так, как я и говорила, я хочу сделать Микки Маусов. Сейчас мы посмотрим, что из этого получится. Для этого мы берем белый лак. Мы берем белый лачок для стемпинга. Дружать, если не получится. Ха, получилось! Прикольно. Мне нравится. Я так думаю, мы сейчас подсушим чуть-чуть в лампе. Кладем в лампу. Единственное, я поняла, что, конечно, лучше брать штампик, который не жалко. Я сейчас буду 100 лет убирать остатки. А, ну нормально, все убрали. Прикольные Микки Маусы. Я вообще люблю этих Микки Маусов. Очень прикольный принт. Так. И вот такими легкими движениями перекрываем финишем. Можно, кстати, чего-нибудь стемпинг. А, нет, шармикончики, белые слова, да, сюда в кайф. Либо стемпинг слова белые. Так, ну у нас тут что-то есть. Сейчас мы возьмем беленькое. Да? Угу. Так, и третий вариант, мы сделаем какой-нибудь закат, да, как я обещала. Вот эти три ярких цвета из коллекции 51, 94 и 49. Сейчас посмотрим, что получится. Так, и что-нибудь беленькое сейчас с шармикончиками. О, будет кайфово. Все, и еще раз финишем перекрываем. Красиво получилось. Единственное, пигмент нужно сухой кисточкой смахивать. Ну, не докричалась я ни до кого. Так, и третий вариант. Мы с вами делаем градиент. И тоже стемпинг. Вот таких сегодня два ярких варианта у нас с вами. Мы продолжаем с вами дальше делать. Но здесь 100% нужно делать будет градиент в два слоя. Потому что 51 и 49 это классические неоновые цвета. Они всегда идут без содержания белого пигмента. Так. Кстати, видите, как я хорошо ногти ношу? Целенькие. Декорации, смотрите, какие целые, да? Все стразы на месте. Так, желтый 51, 94.
и 49. Видите, они всегда без содержания белого идут средней плотности. Что у меня тут? А, ватка. Здесь мы сделаем тропический такой вариант на закате. Не буду делать сейчас еще один проход, лучше со вторым долго поработаем. Так, а здесь мы возьмем другую пластину. Это у нас, сейчас я ее найду. Вот. Здесь как раз есть листья тропические, которые будем мы частично делать. Так, и второй слой. Да. Так. Да, какие-то у меня сегодня влажные салфетки с кучей мусора. Хотя новенькую взяла. Все сушим, выравниваем поверхность с теклосом и заодно стемпинг нам будет удобно делать. Так. Так, а здесь берем черный цвет. Черные декорации. Так, сейчас посмотрим. Зелененький. Сейчас посмотрим. Так, номера сейчас скажу, что это за шармиконы у нас. Шармикончики. Я редко ими работаю, но работаю. Юля! Юль, можно тебя на минутку?
Слушай, знаешь, какой хочу этот альбом с декорациями, которые слайдеры. Сейчас что-нибудь тропическое приклеим. Так, а шармиконы, которыми я работала. И это у нас 135 и 136. А, даже больше, 137. Они все имеют бензиновый отлив. Это бабочки, вот такие цветочки и вот такие ягодки. Вот они все имеют вот такую фольгу «Аврору». А, и они, смотрите, видите, сейчас идут не по 170 рублей, а по 100 рублей. Потому что это остатки, их распродают. Чем покрыли черный? Покрыли градиент сверху, сейчас типсу. Теклосом. Я все покрываю теклосом перед тем, как делать стемпинг. Перед тем, как делать стемпинг, у нас идет теклос. Так, можно что-нибудь вот такое взять. Либо фрукты. Да. Возьмем тропические фрукты и стемпинг у нас будет. Здесь мы черный делаем. Я беру сразу кусочек двухстороннего скотча. Вот так. И мы часть убираем, чтобы не на весь ноготь было. А сделаем только, чтобы вот так. Даже можно еще больше убрать, да? Вот это тоже уберем. Пусть они сверху висят. Так, можно было бы кораблик сделать, солнышко нарисовать. Короче, я передумала клеить слайдер. Мы сейчас порисуем просто. Мы нарисуем сейчас солнышко. Точно. Сделаем какой-нибудь кораблик там на заднем плане. Единственное, надо было солнышко рисовать до листиков. Ну, ничего. Пусть у нас так будет. Сушим чуть-чуть. Короче, видите, хотела одно, сделала другое. Ну ладно. Так, и черненьким. Сейчас какой-нибудь силуэт кораблика нарисуем.
высохшим. Все. Вот такой вариант еще один. Тоже неоновые цвета, стемпинг. Еще раз, какими цветами сегодня работали? Сейчас можно вот так сфотографировать. 51-49. Так, этим мы солнышко рисовали. Так, а первый градиент 284. 371 и 308. Так, здесь нам нужно перекрыть финишем. Берем теклас. Можно, конечно, тоже еще надпись сюда какую-нибудь приклеить, да? Ну, просится же. Я ж не могу остановиться. Сейчас что-нибудь еще приклеим. Так. Где мои любимые слова? Кстати, вот это подойдет по стилю сюда. Точно будет прикольно. О, вообще идеально. Это шармиконы из коллекции лета этого года. На другом ногте можно было бы просто сделать закат, солнце нарисовать и шармикончик приклеить. Сушим. Кто пропустил начало, я к концу дня выложу весь эфир. Обязательно посмотрите в записи. Всем большое спасибо. Всем пока-пока. Я пошла снимать рилс и делать себе новый маникюр.